Где же Чебурашка? Ведь он же должен был меня встретить. Насильщик! С вас за 4 места. Извините за тари. А я? Правильно. Получить. Ничего не понимаю. Здравствуй, Гена! Здравствуй, здравствуй, Чебурашка. Почему же ты меня не встретил? А я не знал, что ты приедешь. А ты получил мою телеграмму? Конечно, получил. Вот она, твоя телеграмма. Подожди. А ты поменяй местами. Молодец. Ты только посмотри, Гена, какая она красивая. А ты ее читал? Нет, я ждал, пока ты приедешь и прочтешь. Значит, ты не умеешь читать, Чебурашка. Я не умею, Ген. Ну, тебе повезло, Чебурашка. Завтра же 1 сентября. Ну и что? А то, Чебурашечка, что завтра начало учебного года. Ты пойдешь в школу и будешь там учиться, понял? Понял. Это очень здорово. А что? Идея, я тоже пойду в школу. Решено, начинаю новую жизнь. А когда выучусь, пойду в зоопарк, буду работать твоим заместителем. Нет, Чебурашка, нет, ни за что. Тебе нельзя у нас работать. Почему? Ну почему, почему? Съедят. Смотри, мы забыли про школьную форму. Что же делать? В этом магазине мы купим все. Я вас слушаю. Очень нужна школьная форма. Ваших размеров не завозили. Никогда. Это ему нужна форма. А такого размера не шьют.
Меня теперь не возьмут в школу. Возьмут. Еще как возьмут. Здравствуйте. Срочно нужна школьная форма. Здравствуйте. Для мальчика или для девочки? Разве я похожа на мальчика? Нет, но вы на девочку не похожи. А на кого? Ну, скорее, на бабушку. Грубиян, темнота, давай форму! Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! А могу я поговорить с директором школы? Здравствуйте! Я директор. Вера, я заведую живым уголком. А это черепаха и ворона. Я к вам Чебурашку привел, чтобы вы научили его читать. И писать. Да, и писать, конечно, тоже. Ничему мы научить его не можем. У нас ремонт. Как это так, ремонт? Завтра же 1 сентября. Дети учиться должны. А вдруг кто-нибудь пришлет им телеграмму? Вот именно. Ремонт. Ремонт. Лариска, вперед! Сейчас они у меня попрыгают. Лентяи, безобразники! Чтобы немедленно все закончили! Есть! Порядок! Сейчас все будет готово! Там за ними Лариска присматривает! Это хорошо! Но у нас нет учителей по живой природе и труду! Я буду учителем по живой природе! А я буду педагогом по труду. Я научу ребят делать рогатки и управлять всеми видами транспорта. И самолетом. И самолетом. Если я его добуду.